MMA Now, Power Move, Film On, TV Network. То есть головой вот он мне, блин, затылок, вот он головой, блин, мне вот несколько раз, ну вот только вот, да, я сейчас чувствую вот здесь вот только немножко, вот мне беспокоит как бы это, синяк и все на затылке. А, ну как спарринг просто провел реально, вот, блин. Начал сам немножко, конечно, уставать, устал, начал промахиваться, делать меньше после седьмого раунда, но... Ты устал? Блин, устал? Ну, устала немножко, это общая такая, как бы сам не устал, но скорость просто упала. Упала скорость и начал меньше попадать, но раунды не проигрывал. То есть получается, ну, 3-4 раунда, я говорю, проиграл, вот, как бы мое мнение. А, и потом оно подтвердилось с мнением со стороны вот, ну, моей команды и вообще, то есть, болельщиков. Но в оконцове Эггис еще мне показал, что Лидерман дал тоже 4 раунда ему. И 8 мне, плюс еще нокдаун, это 10-8 победа. Поэтому, ну, как бы, все видели, что произошло. Ну, сейчас вот на следующей неделе поеду просто с семьей отдохнуть. С семьей хочу отдохнуть немножко, это, развеяться. Поедем после этого 9-го там. Сначала поедем на 10 дней отдохнуть на Багамы. Потом поедем в Россию 9 декабря. Ну и на Новый год тоже уже в Азию. Там у нас такие путешествия. Василий Ломаченко был, поддержал тебя. Поедешь на его бой? А, я, к сожалению, вот в этот день улетаю. Вот у нас уже путевки выкуплены уже месяц назад, поэтому я семью.